Преимущество квест-игры в том, что позволяет собрать, организовать сразу много детей, большое количество. В мероприятии сегодня участвуют 6 групп. Принцип игры в том, что ребята переходят с одной площадки на другую, выполняя определенные задания. За основу взят мультфильм про путешествие Алисы Селезневой в космос. Идею для костюмов взяли оттуда же. 5 станций, 5 планет. Каля-маля, веселяка, умняка, музыканья и шелезяка. Вирус страшно сломал моих друзей. Я робот или друг, мне нужно их восстановить. Побороть вирусы должны участники игры. Кристина Никитина уверена, если их не уничтожить, может произойти всемирная катастрофа. Потому что они заражают из-за них все заболевают. Построить робота или раскрасить ракету нужными цветами. Справившись с одним заданием, малыши отправляются выполнять следующее. Подожди. За каждое выполненное задание дети получают волшебные кристаллы, которые помогут обезвредить микробов. Ребята справились, освободили планеты и получили за это призы.